Приветствую, друзья! С вами Никита Бурлаков, основатель школы гипноза и слиперства. И в этом видео я расскажу, кто такие гипнологи. Гипнолог – это человек, который владеет спектром техник и знаний, позволяющим вводить людей в гипноз. Гипнотическое состояние само по себе естественно для организма. Трансовое состояние на самом деле испытывает каждый из нас несколько раз в день. Это то состояние, когда человек засыпает, но еще не заснул, но уже не бодрствует. Так называемое просоночное состояние. И гипнолог с помощью специальных техник вводит человека в это просоночное состояние, которое затем с помощью специальных техник углубляет. И что интересно, в этом трансовом состоянии, в этом состоянии расширенного сознания у человека открывается ряд возможностей, которые ранее был недоступен в обычном сознательном состоянии. Но ввести человека в транс – это половина дела. Самое важное – это что же делать далее с человеком в трансовом состоянии. А спектр работ в трансовом состоянии, он необычайно широк. Мы преподаем более 60 техник работы в трансе, начиная с классической гипнотерапии, избавления от страха, фобий, дискомфортных чувств и заканчивая уже работой со слипером-контактером, то есть человека, которого мы погружаем часто в гипноз, готовим по определенным техникам, и здесь уже открывается широкий спектр возможностей – диагностики, чистки, работы с высшим «я», и также ряд других специальных техник, о которых я рассказываю в других видео. Но гипнолог – это проводник. Так же, как и слипер. Гипнолог и слипер всегда работают в связке. Они являются лишь проводниками той информации, которую они получают с тонкого плана. И от уровня осознанности, от уровня энергии и вибрации гипнолога и слипера очень зависит качество информации, которую мы получаем. Поэтому гипнолог обязательно должен следить за своим духовным развитием, энергиями, вибрациями и постоянно развиваться. Гипнолог также – это новая профессия. Профессия удивительная, позволяющая менять жизни людей, потому что все отзывы, которые мы видим после сеансов, они говорят о том, что наша жизнь изменилась. Каждый человек, как это было и когда-то со мной, говорит, что все, моя жизнь никогда не будет прежней. Это действительно так. И гипнолог – это профессия, она не только позволяет хорошо себя обеспечивать, но также для души. То есть это идеальное сочетание души и материального. Я уверен, что в будущем гипнолог и слипер – это будут профессии, которые будут очень широко распространены. Так как они уже меняют жизни людей, а технологии будут постоянно развиваться. Даже уже год назад, вспоминая, какие технологии у нас были, сейчас мы уже видим, что технологии шагают каждый раз вперед, вперед и вперед. Поэтому, друзья мои, гипнолог – это захватывающая профессия, она меняет жизни, и я искренне рад каждому, кто решит стать гипнологом. Это изменит вашу жизнь, как изменило когда-то мою. До встречи в новых видео. С вами был Никита Бурлаков, основатель школы гипноза и слиперства.